Альгис Матулёнис – звезда остросюжетных картин. Его очаровательный прибалтийский акцент и атлетическое телосложение очаровывали дам со всего постсоветского пространства. Но на пике популярности артист исчез с экранов. Более того, он начал называть себя бывшим актером. Свой отказ работать в кино объясняет тем, что не хочет сниматься ради денег, и что в его жизни начался совсем другой, не киношный период. В настоящее время он живет у себя на родине, в Литве, и возглавляет Литовский союз кинематографистов. В курортной Паланге Матулёнис построил небольшую гостиницу и часто проводит там время со своей семьей. Актеры пенсионного возраста могут отдыхать в его отеле совершенно бесплатно. Более того, бывший актер часто приглашает туда на отдых людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У звезды фильмов «Гений» и «Заложница» щедрая душа. И он всегда не безразличен к чужой беде. Актеры сейчас находятся в отличной форме и не отрицают, что еще когда-нибудь сыграет в кино. Но с одним условием – это будет очень качественный фильм. Thank you.